Так, 28 августа 2021 год, Харьков. 0 часов 3 минуты в Харькове по Киеву. Снимаем Луну, Сатурн, Юпитер. Это ISO у нас 3200, ну то есть уже предпоследняя. Очень пластилиновая будет картинка. Но зато есть надежда, что рядом с Сатурном снимем спутник Титан, если это он, конечно, был. Хорошо. Так, пошли к Сатурну, пока он от нас не спрятался. За деревьями и зданиями. Ниже и правее. В прошлом дубле видела замечательную какую-то то ли звездочку, то ли спутник Юпитера. Ой, Юпитера, Сатурна. А сейчас он где? Ой, да что-то так мутноватенько. Ну, то есть я его в окуляр вижу, не уверен, что вам будет видно. Где-то два размера, угловых размера Юпитера, это что ж такое, Сатурна вниз и вправо. Но там есть, надо будет посмотреть, Титан это или не Титан. Уменьшил выдержку, спутник совсем исчез. Хорошо. Поехали к Юпитеру. И его четырем галилеевым спутником, который сейчас выглядит как три, потому как он какая-то звезда над Юпитером видна. Не знаю какая. Да, вот это вот у нас четыре галилеевых спутника, потому как справа от Юпитера у нас двое найдут. Ганимед и Ио. Я бы даже сказал, что видно, что они сдвоенные. А ну сейчас выдержку уменьшим. А лучше не стало, да? Сдвоенность не видна. Хорошо. Заканчиваем на Луне, и еще один дубль у нас остался. На ISO 6400. На максимальной светочувствительности.
Дальше приближать не буду, на таких настройках светочувствительности смысла нет. 28 августа 2021 год, Харьков, 0 часов 8 минут по Киеву в Харькове.